somewhere, yeah. Places I've never been, yeah. Going on a tour without a care. I want to take a little trip somewhere, yeah. Places I've never been, yeah. Going on a tour. You and me are born of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong cause we don't belong. And getting high in love. We're invincible. Итак вот, подведем итоги. Нужно же бортовой журнал тоже вести. Омаха. Мы в Омахе. Короче, у нас произошло такое, что мы ехали с Миссури. 9 часов 46 минут. Это по Google Maps было. Ну, конечно, ехали больше 10 часов, потому что были остановки на газстейшенах и так далее. Кушали. Хочу рассказать про то, чего не стоит делать и что стоит делать. Не стоит выезжать, если вы не забронировали заранее место на кемпинге или в отеле, или в мотеле, неважно. Там, где вы хотите переночевать, нужно заранее, заблаговременно забронировать, зарезервировать, позвонить, прежде чем приедете. Потому что кемпинги, например, если вы хотите с палаткой, мы просто не думали, мы вот на своих ошибках учимся, как говорится. Поплатились 94 баксами вчера. Мы еле-еле нашли место в мотеле. Заселились в одно место, то есть сын лег на полу, надули матрас. Очень все загружено вечером, особенно в пятницу. То есть в конце недели нужно тем более заранее все бронировать. Проехали очень много кемпингов, очень много мотелям позвонили, отелям. Еле-еле уговорили, чтобы нас четверых поселили в одноместное, чисто поспать. Ну, у них нет слова «чисто поспать», у них есть только на одну ночь. На одну ночь это имеется в виду до чекаута. Ну, хотя бы выспались хорошо на кровати. Теперь мы, конечно же, заранее заблаговременно забронировали место в кемпинге, куда мы дальше поедем после зоопарка. Сейчас мы поедем в зоопарк, у нас дождь с утра пораньше. Погода такая плохая. Мы в большом городе, Омаха. Сейчас держим путь в зоопарк. Так что заранее резервируйте, планируйте. Мы, конечно, все запланировали, но вот мы не думали, что так поздно приедем. Кемпинги работают с утра, с 9, с 10 утра до 5, 6, 7, максимум до 9 вечера. После 9 вечера никак невозможно заехать, потому что у них sleep time, camp time, с 10 до 7 утра. То есть тишина, нельзя нарушать покой. А отели все вечером обычно забронированы. Все, мы держим путь в зоопарк. Всем пока. Всем удачи.
Подписываемся на канал и рядом с красной кнопкой «Подписаться» нажимаем на иконочку будильника, чтобы получать уведомления о вновь выходящих видео на нашем канале.